Даже в самых примитивных племенах у первобытного человека тяга к живописи была частью его натуры. Этот талант, эта способность четко отделяли первобытного человека от животных, которым такие способности не были даны. И здесь, в пещере, где-то на севере американского континента, примерно 2 миллиона лет тому назад, родился первый художник. И, конечно же, рождение художника повлекло за собой неизбежное рождение критика.